Это от нашего совета депутатов. Небольшой вам гостиниц. Ну и что вам от себя лично пожелать? Ну, до 100 лет еще жить надо. Бог дал 100 лет, вы должны прожить 100 лет. Если живешь правильно, 100 лет проживешь. Если живешь неправильно, грешишь, до 100 можешь не дожить. Но вы, у меня подружки, с которыми я вот сижу на лавочке, вон на улице, они меня клепут. Вы выглядите прекрасно, вы больше 100 проживете, 120, я думаю. Правильно, не поддамся. Дай Бог вам здоровья. Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко передает вам наилучшие пожелания с вашим замечательным юбилеем. Желает вам здоровья, радости жизни. И самое главное, Дмитрия Ильина, своим жизненным примером вы нам, молодежи, даете хороший нравственный урок. Вот надо жить так, как вы живете. И, наверное, у нас у всех все получится. Уважаемая Евдокия Еремеевна, от имени главы Кингисеппского муниципального района Александра Ивановича Сергеева примите поздравления с вашим юбилеем. Самое главное, желает он вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы все в вашей жизни было замечательно, вам побольше радостных, светлых дней. Также вам передает огромное поздравление глава администрации Виктор Эвальдович Гешели. И он желает вам всего самого наилучшего. Вот и все поздравления от Совета депутатов, от администрации, от нашего главы. Пожалуйста, не плачьте. Расскажите, сколько у вас внуков, детей? Вот, я говорю, 4 детей, 8 внуков, 9 правнуков. Ох, как. И два. Правда. Часто навещают вас? Часто, можно сказать. Хорошо встречаются. Хорошие правнуки? Хорошие.